Нас, як Сейчас у нас, как всегда, обстреливается вся территория Луганской области. Линия обороны держится. Противник пытается совершить прорыв в направлении Рубежного, Попасной и Золотого. Кременную, к сожалению, оставили. И более того, возможно, и другие населенные пункты придется оставить. Один, возможно, два. Но надо понимать, что это определенная тактика и стратегия, чтобы сохранить людей, которые потом пойдут в контрнаступление. Никто не оставил позиции, просто не было смысла держаться за землю, пристреленную на каждый метр. Уже в траншеи прилетало четко. Сегодня произошла досадная ситуация для оккупантов в Кременной. Произошел взрыв как раз во время совещания так называемого «народного мэра» с руководством силовиков. Там были и народная милиция, и много руководителей, народных так называемых, все 200-е, очень много раненых. Везли сегодня их целый день в Попасную, в их военный госпиталь. Лисичанск наш, Северодонецк наш, горная община наша, кроме Новоташковского. В рубежном бои, в Попасном бои. Пройти до сих пор всю область они не могут. Свет есть не везде, только определенными частями. В основном работают генераторы, потому что в Кременной сейчас вывели из строя 500-ку нашу. Это самая мощная подстанция, самая большая в Европе. Врагов намного больше нас, просто намного больше. Против нас не воюют такие срочники, солдатики русские. Здесь против нас воюют все же больше ЛНРовцы, 8 лет воюющие. Здесь воюют ЧВКшники, частные компании, а это уже профессиональные военные. Мы призываем выезжать в безопасные области, на запад Украины. Какое-то совсем малое количество людей все-таки ждет русский мир, но их немного. Основная масса — это пожилые люди, которые считают, мы здесь родились, мы здесь и умрем. Но есть такие упрямые. А есть такие самодуры, которые считают, что где-то оно пролетит мимо. Мы постоянно на связи с военными, поэтому, когда мы будем понимать, что все, уже такая ситуация, что можно даже попасть в окружение, мы будем вместе с военными отходить. Меня лично никто в плен брать не будет. Обменивать меня никто не будет, как руководителя военной администрации Луганской области. Керівника військової адміністрації Луганської області.